Здравствуйте, друзья! Сегодня я с вами хочу поделиться очень интересным и нужным советом на кухне, как помидоры почистить быстро от шкурки, при этом не прибегая никакому ни к горячей воде, ни к пару, ни к чему. Очень быстрый и легкий способ. Смотрите. Берем помидорину и вот так вот тщательно ее каждый сантиметр на помидорке, каждый миллиметр проглаживаем, надавливаем. Как бы снимая, чистя шкурку, но при этом она остается на месте. Вот так поработали. Разрезаем. Отрезаем ненужную нам. И вот она, сама шкурка, вот так легко сходит. Смотрите. Так дальше. Быстро и легко. Можете пользоваться этим советом. Надеюсь, он вам пригодится. Я думаю, каждая хозяйка любит помидорки, когда у нее очищенные в блюде. Поэтому это избавит вас от лишней мороки, кидания в кипяток, ошпаривание там, либо еще что-то. Все легко и просто, буквально за несколько секунд.